Народ, всем привет! У нас сегодня очень интересная тема. Один из моих подписчиков задал вопрос, какой кофе я люблю, то есть какой кофе мне нравится больше всего. И какой способ заваривания кофе тоже является моим любимым способом. И вот я сегодня попытаюсь ответить на этот вопрос и рассказать вам что-то про это. Скажу честно, такой вопрос мне задают очень часто. То есть очень часто я слышу, за время своей работы я слышал этот вопрос, какой любимый кофе. Ну, наверное, я понимаю, почему этот вопрос задают. Людям интересно. Люди думают, что если ты работаешь в индустрии, ты, значит, что-то пьешь невероятное, что-то такое, что не пьют все остальные. Ну, я думаю, что большинство людей понимают, что это не так. Люди, работающие в индустрии, конечно же, имеют доступ к другому количеству кофе, к другому качеству продукта. Вот. Но не всегда вот эта история совпадает с тем, что однозначно что-то невероятное пьют. Но давайте расскажу про себя. Я сам себе этот вопрос много раз задавал. В последнее время, какой же мой кофе любимый? Но я расскажу историю, которая была перед этим, то есть вот предысторию. Значит, я начал работать в индустрии достаточно давно, с 2001 года. То есть вот я попал в индустрию с 2001 года. И тогда у меня вообще не было представления о любимом кофе. Но у меня было два понятия. Первое понятие — это было натуральный кофе и растворимый кофе. И когда был натуральный, он был более любимым, чем растворимый кофе. Вот была такая, скажем, такой был принцип отбора. А потом я развивался, работал в индустрии и открыл свою первую кофейню. Это я сделал в 2004, наверное, году. В 2004 или в 2005 году открыл свою первую кофейню. И стал работать уже с кофе итальянским, который я варил у себя в кофейне. И был кофе, ну, как бы свежей обжарки. То есть это был кофе как бы свежей обжарки. Он был от крафтового обжарщика. Но пока приезжал ко мне в кофейню, на самом деле этому кофе уже было полгода. То есть он не приезжал прям свежий. Хотя идея была как бы свежеобжаренный кофе. Мне чаще итальянский кофе приезжал более свежий, чем тот кофе, который я покупал как фреш кофе. Вот, и поэтому я любил больше итальянский кофе. Тот кофе, который потребляли в индустрии. То есть я понимал, что кофе из магазина — это откровенно что-то не то. А вот кофе, который варят в кофейне, кофе, который варят в ресторане — это что-то вкусное. И то есть я всегда уже для себя выбирал, если это был кофе какой-то для себя пить дома просто, то это был кофе какой-нибудь итальянский бренд. Я тогда работал с брендом Верняна. До сих пор этот бренд уважаю и очень мне нравится идея, но вкус нет. Вкус мой поменялся, и вкус этого кофе мне сейчас не нравится, но к компании я по-прежнему отношусь хорошо и с большим уважением. Вот, я начал пить кофе дома, тот, который используют в профессиональной индустрии, в ресторанном сегменте, скажем так, в кофейнях, в ресторанах и так далее. Поэтому вкус поменялся, можно сказать, в этот период времени. Мало того, я вам расскажу историю, она такая смешная, но она очень поучительная для многих. В тот момент в жизни я купил себе домой профессиональную кофемашину. Профессиональную кофемашину и кофемолку. Это отдельная тема, нужно ли домой вообще такое покупать. Вот сейчас, правда, другие машины. Тогда у меня прям стояла двухгрупповая, большая такая, знаете, огромная кофемашина. Занимала всю мою крохотную кухню и кофемолка. И пил я кофе, конечно же, дома крайне редко из-за того, что она у меня стояла. Вот. Дальше в 2005 году, где-то вот к концу этого года, я познакомился с настоящим свежеобжаренным кофе, и опять вкус поменялся, то есть опять появились новые любимые вкусы. Это был уже свежеобжаренный кофе от санкт-петербургских обжарщиков. Есть такая в Петербурге северо-западная кофейная компания. Я привез себе 5 килограммов этого кофе, и это тоже целая отдельная история. Прям был восхищен вот этим продуктом. А нашел я его на чемпионате бариста в Москве. Приехал я на такой чемпионат и познакомился там с кофе другой категории, потому что все уже тогда выступали с свежеобжаренным кофе. Вот. И опять вкус поменялся. То есть опять появилось новое понятие о любимом продукте. Сейчас я пью Эфиопию Эргачиф второго грейда, вот здесь у меня находится в термокружке. Кофе пока очень горячий. Вот. Дальше
Я начал уже заниматься после того, как я познакомился с свежеобжаренным кофе настоящим. Понял, что это совершенно другой продукт. Начал сам заниматься обжаркой кофе. Начал сам увлекаться, изучать, исследовать этот вопрос, читать, искать, смотреть, находить зеленый кофе, жарить его каким-то разными способами. То есть просто начал жарить кофе. Хорошо ли, плохо? Конечно, было очень плохо в начале. Очень плохо. Не просто плохо, а было очень плохо. И я вот искал совершенно другую идею во вкусе. Что сейчас, как на сегодняшний день, есть ли у меня любимый вкус кофе? Был период, когда я любил кофе настоящей натуральной обработки. То есть был период, чтобы вы понимали, когда кофе натуральной обработки считался, ну, чем-то очень таким дешевым. Вот мытая обработка – это круто, а натуральная это обработка плохая. Это была такая история, но потому что люди перед натуральной обработкой кофе, как обычно, самые дешевые. То есть это то, что в индустрии попадало в какую-то недорогую историю, и поэтому народ покупал, и ему говорили, вот это натуральная обработка кофе. Он пробовал и говорил, да блин, это какая-то ерунда, какой-то он невкусный. Но настоящий качественный кофе натуральной обработки – это вкусно, где мы чувствуем вкус этой натуральной обработки. Сейчас мне нравится много сортов кофе с разными экспериментальными обработками, потому что обработка, когда природа уже не дает возможности вам разнообразия природного, у вас заканчивается фантазия, то люди переходят к тому, чтобы сами привнести какую-то историю вкусовую и начинают обрабатывать кофе. 2 года тому назад я сам придумал интересный эксперимент в постферментации или в обработке кофе. Почему пост? Потому что уже после того, как произвели основную обработку. И у меня есть собственные эксперименты в этой области. Мне тоже этот кофе нравится иногда пить, но не то, чтобы прям пить его каждый день. Вот я проанализировал, что прям любимого кофе у меня сейчас нет. Почему? Потому что кофе я пью каждый день много, пробую разных вкусов, очень много. Вот, допустим, давайте возьмем вчерашний день. Сегодня еще утро, сегодня я пью только Эфиопию, Эргачив Грей 2. И еще вообще не дегустировал кофе. А если взять вчерашний день? Вчера я проснулся с утра и сразу же заварил себе в Aeropress Go Эфиопию первого грейда Гуджи, который я получил от моего ученика из Сочи. И длительное время пил этот кофе, то есть я его заварил, попил утром, потом заварил, взял с собой для того, чтобы распробовать этот продукт, потому что мне нужно дать какое-то заключение по этому продукту. Это был приятный, хороший кофе. После этого в обед я пил опять Эфиопию, только уже Седама второго грейда, тоже из региона Гуджи. Потом я пил Эфиопию Эргачив второго грейда. Вот за вчерашний день все. Вчера не было каких-то специальных дегустаций, вот я попробовал 3 продукта. Ну и вечером попробовал небольшую чашечку, небольшую как бы пару глотков смеси 80/20. Вот за один день я попробовал, собственно говоря, 3 разных вкуса в кофе. Они принципиально разные, они очень сильно друг от друга отличаются. Ну, за исключением Эфиопии, которая имеет общие признаки, похожесть, но все равно они разные. Этот весь кофе был, кроме продукта из эспрессо, это была светлая обжарка, а в эспрессо была средняя обжарка. Теперь представьте, что этот кофе, вот сегодня я уже дегустирую его повторно, некоторые позиции, и они уже имеют среднюю обжарку. Теперь представьте, что у каждого из этих сортов, которые я пробовал, ну, не считая того, что мне пришло на анализ, на дегустацию, может быть еще, ну, масса вариантов обжарки, как по стилю, то есть это будет, может быть, скоростная обжарка, замедленная обжарка, высокотемпературная обжарка, растянутая и, в общем, масса других примеров, то есть это может быть самые разнообразные подходы и стили в обжарке, и вот просто 3 этих сорта кофе могут давать совершенно уникальное разнообразие вкусовое. Когда ты имеешь доступ к такому вкусовому разнообразию, то тебе сложно определиться, вот, что из этого является твоим любимым продуктом. Плюс есть такая штука, как, допустим, в какой-то момент приходит новый кофе, ты его пробуешь, думаешь, блин, класс, ну вот этот кофе я хочу пить. Пьешь его 2 дня, и потом понимаешь, что, блин, немножко уже поднадоел, можно чем-нибудь попробовать и другое. Вот такая история тоже бывает, поэтому, наверное, прям любимого сорта кофе или любимого продукта на сегодняшний день нет. Но есть несколько правил простых, которые для меня очень важны. Мне нравится кофе свежий, обжаренный. Это номер один. Правило номер один. Свежая обжарка. Даже если это будет робуста, даже если она будет не супер высокого качества, но если это будет свежий обжаренный кофе, это можно будет пить.
Правило номер два. Этот кофе должен быть желательно свежемолотым. При том, ну, я предпочитаю сам смолоть кофе. То есть даже не доверяю кому-то этот процесс. Если я себе завариваю кофе, то я предпочитаю это сделать самостоятельно, потому что мне нужно почувствовать, что я вот смолол правильно, что это тот кофе, который я хочу себе заварить. Вот. Ну, и, наверное, все. Притом и там нет предела совершенства. То есть, вот смотрите, у меня есть фабрика, где каждый день обжаривается много кофе. Но я при этом все равно беру тигель, керамическую эту штучку, и обжариваю себе периодически кофе. Прям вот пожарил и тут же его заварил. Есть разные мнения на тему того, что нужно кофе дать отлежаться. Нужно кофе дать отлежаться, если вы его завариваете в эспрессо. Это правда. Потому что будут с ним первые две недели проблемы. Но совсем другим кофе можно экспериментировать. Плюс даже в эспрессо, если вы, допустим, работаете в индустрии, либо ну, вот, жарите кофе или там, экспериментируете с обжаркой, то есть возможность продегустировать кофе на следующий день. Если интересно, напишите, я расскажу, как я это делаю. И получаю максимально похожий вкус на то, что будет через две недели. Не 100%, но максимально похожий. Поэтому с точки зрения выбора кофе, это свежий, свежая обжарка, и это свежесмолотый кофе. Безусловно, я предпочитаю арабику в 99,9% случаев. То есть это будет кофе арабика. Регион на сегодняшний день значения не имеет. Вот недавно пришел Перу. Прекрасный кофе, замечательный. У него нет ярких нот. Он такой приземленный, больше такой древесный и такой, знаете, полежавший шоколад. Нельзя его назвать прям супер ярким продуктом, нельзя назвать этот кофе чем-то выдающимся с точки зрения вкусовых дескрипторов, но это вкусно. Это интересный эксперимент. Недавно пил Индонезию Ачех. Очень классный кофе. Потом этот же Индонезию я сделал постферментацию в пиве. Совершенно другой продукт, совершенно классный кофе. В общем-то, большое разнообразие. И нет такой привязки, что вот хочу пить только вот этот кофе или и больше никакой. Мир менялся, когда я пробовал какие-то яркие позиции. Не просто там первая яркая позиция, это просто свежеобжаренный. Второе, это, наверное, когда я попробовал впервые такую настоящую качественную Эфиопию. Когда я попробовал впервые настоящую качественную Кению. Когда я попробовал впервые настоящую качественную Руанду, Бурунди, вот эти позиции, они, наверное, меняли взгляды на вкус и кофе. Но все равно эти привычки носят временный характер. Ты можешь экспериментировать, спокойно выбирать что-то другое. Теперь, что касается способа приготовления кофе. Ну, я действительно искренне считаю, что эспрессо является выдающейся технологией, выдающимся способом заваривания кофе. В 20 и в 21 веке, я уверен, тоже. То есть это точно на мою жизнь, скорее всего, это будет что-то уникальное, и ничего другого придумать не смогут. А если и смогут, то это все будет придумано вокруг этого. То есть это будет все равно плясать вокруг этой истории. Ну, я считаю так. Эспрессо – это сложноватая штука. Хотя сегодня при помощи современных решений, там есть Hand Espresso, у меня есть One Z Presso, на канале есть ролик, как я завариваю этой кофеварки, он один, но на самом деле я планирую еще записать роликов с этой кофеваркой, потому что она уникальна. Ты можешь себе реально заварить кофе, который будет максимально похож на эспрессо по вкусу, по внешнему виду, и сделать это обыкновенной ручной кофеваркой и вообще без электричества даже практически. Ты можешь разогреть на костре и приготовить эспрессо. То есть тебе ничего не надо для этого. Поэтому эспрессо, безусловно, потому что эспрессо дает большое разнообразие, большую гибкость с точки зрения приготовления, с точки зрения использования в различных напитках, производства различных уникальных рецептов, то есть дает очень большую палитру вкусов. Быстрое решение, то есть ты можешь быстро приготовить, но быстро и относительно быстро. Если у тебя все горячее, оборудование, если ты все подготовил, то ты можешь приготовить эспрессо быстро. Но в бытовой кофемашине можешь на самом деле действительно делать быстро, там пару минут разогрелась машина, и ты можешь пить эспрессо. Поэтому мне кажется, что вот в этом смысле это действительно гениальный и способ заваривания кофе номер один. Но не номер один для меня. То есть я люблю эспрессо. Я скучаю без этого продукта. Если долгое время не пью, то я начинаю скучать без эспрессо. Мне хочется выпить чашку эспрессо. Но я, наверное, смогу прожить без эспрессо. Хотя были периоды, когда мне казалось, что нет, мне нужно именно, чтобы у меня был эспрессо.
Вот, сейчас такого нет. Сейчас я думаю, что я могу спокойно существовать без этого способа приготовления. Для меня однозначно это турка. Это 100% уникальный способ заваривания. В нем чувствуется вот эта история, в нем чувствуется вот эта тысячелетняя традиция, какая-то простая, древняя и гениальная. Ты просто берешь и завариваешь турку, и получаешь хороший результат. Никакой проблемы нет, никаких трудностей там нет, ничего. Никаких сложностей нет в этом продукте. Вкусно, просто. И устройство, которое, ну, если там качественно... Просто у нас сегодня все в коммерцию превращается, поэтому ты хочешь купить хорошую турку, пожалуйста, плати за это большие деньги. Хочешь просто турку, ну, плати небольшие деньги. Но на самом деле при желании можно купить турку и за $10 и хорошо на ней заваривать кофе. И делать это долго, одним устройством, если правильно за ним ухаживать, то, в принципе, ты можешь чуть ли не одну турку иметь на всю жизнь. То есть вот купил один раз, вложил $10, и, пожалуйста, пользуйся чуть ли не всю жизнь одним единственным устройством, которое будет давать тебе, ну, реально вкусный кофе. Хороший, качественный продукт. И как способ приготовления, потому что простой, чем проще, мне кажется, тем лучше. Третье место для меня, наверное, сегодня занимает Aeropress Go. Именно версия Aeropress Go. То есть до этого я не очень хорошо относился к Aeropress. Почему? Потому что, ну, всегда немножко такой кофе было искажение вкусовое в сторону горечи. Мне это не очень нравилось. Вот. Мне не очень нравилось то, что это устройство состоит из разных там частей. Вот это все нужно было собрать вместе. Сейчас нет. Сейчас, когда вышел Aeropress Go, мне кажется, вот этот, знаете, форм-фактор, размер самого устройства, он стал гораздо меньше. Ну, на самом деле не так, наверное, процентов на 30, но когда в руках его держишь, ты понимаешь, что это совсем другое устройство. То есть оно другое по размеру, по-другому как-то воспринимается, по-другому как-то чувствуется это устройство. И вот за счет того, что сделали эту коробочку для хранения Aeropress Go, сейчас это стало очень удобно, легко и очень просто пользоваться этим устройством. Поэтому сейчас он для меня занимает важное место среди устройств для заваривания кофе. И, наверное, если брать, насколько часто я им пользуюсь, то довольно часто. То есть довольно часто, в последнее время особенно, ну, наверное, чуть ли не каждый день я использую это устройство для заваривания кофе. Ну и нравятся в целом фильтрационные способы заваривания, различные фильтрационные способы заваривания. Но скорее Aeropress Go нравится сейчас среди всех других способов фильтрационного заваривания больше. Больше, чем другие. Больше, чем остальные способы заваривания. Хотя, это не значит, что он лучше. Он просто удобнее для меня. Это быстро. Он сделан из такого качественного пластика. Можно без проблем таскать везде с собой. Куда бы ты ни поехал, взял в командировку, легко заварил. Плюс у меня есть продукт, который называется Coffee Tab. Это такая штука, спрессованная кофейная таблетка. Как-нибудь про нее расскажу. Это изобретение нашей компании, которое тоже легко заваривается в Aeropress, то есть без проблем. Просто взял. Так, нельзя отстегиваться. Просто взял и без проблем заварил себе кофе. Никаких трудностей ты не испытываешь здесь, такого ничего нет. Поэтому, наверное, вот так. Думаю, все. Не буду вас больше мучить своими рассказами, разными историями. Надеюсь, это была вам полезная информация. Мне было приятно с вами этой информацией поделиться. У меня все. Пока. Задавайте вопросы. И обязательно подписывайтесь на этот канал. Пока.